у тебя покраснел. Никто не думает вылазить пока. Даже не шевелится. Но у тебя уже такой синяк образовался. Эксперимент. Я думаю, что этот эксперимент. Да, что-то очень не сомневаюсь, что он оттуда вылезет. Он не шевелится, он не пытается отсюда вылазить. Я думаю, проще его выкрутить оттуда. Я наблюдаю только образование синяка. Вот клещ лапками шевелит, когда его трогаешь. А вылазить он не хочет таким методом, во всяком случае, на данном этапе. Хорошо, используемся старым методом. Так, вот мой старый способ.